Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск програми Авторитетна думка. В якій гості нашої програми, наші експерти, фахівці вищого рівня дають цінні практичні поради, ті, які можна використовувати у повсякденному житті, а інколи навіть відкривають професійні секрети. І сьогодні в нашій студії вже в черговий раз знаходиться людина, яка заснувала майже 20 років тому і вже керує на протязі вже майже 20 років стоматологічною клінікою. Полімет Геннадій Євгенович Христян. Вітаю! Здравствуйте! Геннадий Евгеньевич, сегодня хотелось бы затронуть тему, которая для многих актуальна. Это тема ортодонтии. Сегодня все хотят выглядеть красиво, сегодня понимаю, что зубкам нужно уделять особое внимание, чтобы они были чистенькие, но это прежде всего все-таки эстетика. Ну и самое главное, они должны быть ровненькими, вот зубной ряд должен быть ровненький. И сегодня родители уделяет большое внимание э, ровности э, зубиков своих деток. Вот. Ну а взрослые, особенно женщины, тоже уже иногда даже в весьма почтенном возрасте хотят выглядеть хорошо и прибегают э, к услугам ортодонта. Э, я знаю, в вашей клинике э, оказываются услуги ортодонта. Давайте поговорим с вами как э, с экспертом в области соматологии, как с профессионалом э, об современной ортодонтии. Вот я э, помню в советское время э, Деткам одевали пластинки. Ну, самые заботливые родители своим детям. Вот, бдительные. Бдительные, да. Потому что у многих сейчас же зубы вот нашего поколения, это просто какой-то неровный забор. Вот. И таких очень много. На самом деле, больше 90% жителей Земли действительно имеют дефекты прикуса. Вот, а в мое время некоторым так особо... Ухоженным деткам да ставили пластинки и сегодня ставят пластинки вот но самое популярное средство насколько я понимаю на сегодня это брекеты вот после фильма мода, после мода. фильма они родись красиво где у Кати Пушкаревой были модные брекеты вот многие стали ставить брекеты и действительно красивых зубиков стало гораздо больше вопрос к вам как к специалисту сразу. Насколько эффективны брекеты сегодня, насколько они актуальны, или, может быть, есть более эффективные способы выравнивания зубного ряда? Брекеты это очень эффективный способ выравнивания зубного ряда. Почему? Потому что они несъемные. То есть они работают 24 часа в сутки, когда человек ест, спит. Да, то есть то ходит, постоянное гуляет, идет постоянное воздействие. Вот. Но ортодентия направлена на перемещение зубов. То есть для того, чтобы. А зачем надо перемещать зубы? Потому что они неровно стоят. Почему они неровно стоят? Потому что им не хватает места, и они начинают расти туда, где это место есть. То есть классическая фраза зубы жмут. Да, да, да. А почему им не хватает места? Мы ж, в общем-то. Да, вот я хотел вас спросить именно о первопричине, не о да. следствиях, а о первопричине. Первопричина, э, первопричиной дефицита места для роста зубов является недостаточное носовое дыхание, особенно в детстве в период активного роста э, костей, в период роста черепа. Э, почему? Потому что язык он нам его нормальное физиологическое положение э, на небе. И он является компенсатором давления э, жевательных э, мышц и мимических мышц на верхнюю челюсть. Э, когда человек не дышит носом, естественно, дыхание, мы без дыхания просто погибнем, э, язык, естественно, уходит вниз, да, то есть для того, чтобы мы имели возможность дышать хотя бы ртом. И э, этот компенсатор, компенсирующего, так сказать, да, то есть воздействия на, на рост челюсти нет. И, есть, и, если, при этом, если ребенок э, смотрит мультики, или играет в компьютерную игру, или слушает учителя с приоткрытым ртом, это явный показатель того, что у него будут неровные да, зубы? Да, конечно же. Это, это прежде всего, для родителей это прежде и всего и говорит о мнению. том, что действительно недостаток носового дыхания, и правильное дыхание должно быть носом. Рот нам нужен для того, чтобы говорить и кушать. Вот. А нос для того, чтобы дышать. Да, еще а, да, ем. Да, да, да. Вот, вот тот самый случай. Да. Вот. И э, в результате того, что нет, нет компенсатора этого давления, челюсть начинает сужаться. Небо э, увеличивает свой свод. Языку становится еще меньше места туда. И привычное положение языка внизу, в общем-то, остается. Э, и вот именно из-за этого возникает э, дефицит места для пророста зубов, и лицо у человека несколько удлиняется. Почему? Потому что э, нижняя челюсть начинает... Э, это менять, все менять угол. Это все на самом деле... Это Нет, это уже ортотропия. Угу. Ортодонтия, э, она направлена на Я перемещение, вот, перемещение зубов. Донт. Зубов. А ортотопия – это основатель этого направления в стоматологии, в ортодонтии, это Джон Мю, более 20 лет тому назад, который был в свое время, знаете, как любой революционер, любой инноватор, какой-то идеи, он... Обсмеян был? Да, он пр прошел до 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 достаточно серьезную э серьезные этапы даты своей жизни и сейчас на сегодняшний день э его сын продолжил э это 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 дело это занятие и сейчас э ортотропия в мире набирает обороты э э Ортотропия это ортотроп рост угу. понятно да то есть э слово рост то есть мы э он научил, научился, так скажем, да, то есть увидев эту взаимосвязь, он воздействовал не на зубы, а на... То есть он нашел причину? Да, он нашел причину и начал на нее воздействовать. Он воздействовал на верхнюю челюсть, создавая, расширяя ее именно на кости, и давая возможность зубам стать на свое место, на природное место. Геннадий Более того, что интересно, очень интересно, я прошу прощения, очень интересный факт о том, что у него, у Джона Мю, есть наблюдение близнецов, вот, однояйцевых, которые одного были похожи. Да, да? Одного лечили ортодонтическим классическим вариантом брекетами, да, а другого леч, лечил э, Джон Мю своим методом, да. И, э, отмечалась действительно очень большая разница. Во-первых, для того, чтобы зубы стали на место с помощью традиционных так брекетов, да, то есть или пластинок необходимо освободить место для того, чтобы все остальные зубы поставить правильно. Образом? Как правило, удаляли четвертые зубы. Это те, которые вот сразу после клыка? После клыка, туда, да, да, после клыка. Почему? Потому что они, э, это премоляры, они э, относительно, в общем-то, видны. С другой стороны, чаще всего э, они имеют два корня. Чем больше корней, тем труднее перемещаются зубы. Для большей эффективности ортодонтического э, лечения удаляли, как правило, четвертые зубы. И э, э, зачастую, да, то есть удаляли и зачатки восьмых зубов. И таким образом создавали условия для того, чтобы ну, все остальные место. зубы встали в ряд изменяет при этом есть очень большой недостаток, что изменяется свойство прикуса, потому что наши зубы, в общем-то, недаром верхние и нижние, да, то есть стоят, должны так сказать, стоять в определенном порядке, в определенном положении. Господь Бог. Они создал должны, так, значит, да, так они должно должны быть. правильно смыкаться. Когда мы меняем зубной ряд, это правильное смыкание, то есть надо быть, ну, то есть это очень трудно угадать правильность положения зубов. Понимаете, да? То есть антагонистов друг очень относительно понимаю. друга. А, а это очень сильно влияет на всю, весь височно-нижнечелюстной сустав. А височно-нижнечелюстной сустав, как я уже говорил, очень, то есть неотъемлемая часть нашей осанки, нашей постуры. Это та самая глубинная вентральная цепь, которая обеспечивает нам равновесие тела в пространстве. Вот. Поэтому... Э Здесь вот больные, то есть пациенты, э, ортодонтические пациенты, потом после ортодонтического лечения сталкиваются с большими проблемами э, вот. с позвоночником, с ногами, не понимая Все этой, этой вот ситуации. Все, Богом создано, осязия. идеально и не да. надо вмешиваться в эту природу. В общем-то да, но с другой стороны скучность зубов тоже плохо. Вот, это чувство гигиены это та же самая эстетика да, эстетика, То есть, это, да. это же психологические проблемы поэтому как-то решать надо такой вопрос ну вот ортотропия сейчас на сегодняшний день это э, самый природный самый прогрессивный способ решения проблемы очень исчерпывающе. но я э, думаю что у многих больных сразу же вопрос а если специалисты по ортотерапии ну вот, к примеру в нашем регионе в городе Днепропетровске, Милостяковске. Квалифицированные, не самодеятельные? Нет, квалифицированные, квалифицированные э, специалисты в клинике Полимед. Э, э, у нас все э, наши э, педодонты, то есть детские стоматологи. Хорошее слово, педодонт. Да, ну так и Детский есть. Стоматолог. Детский да. стоматолог. Да. И э, э, ортодонт наш, прошли обучение и работ, активно работают именно в, по... по э, ортотропическому направлению. Это не значит, что мы полностью откинули э, ортодонтию, потому что есть разные показания, есть разные э, моменты, есть разные мотивы и есть э, разная мотивация у родителей. Геннадий Евгеньевич, вот если, к примеру, в ортодонтии реальные, визуально определяемые эффекты, они что называются на лицо, э, то вот в ортотропии наверняка есть определенная статистика, вот, и второй тоже вдогоночку вопрос, по денежке как? ортотропия и ортодонтия? Где-то примерно то на то. По цене где-то примерно одинаково. Единственное, что надо понимать, что ортотропия может быть немножко дольше идет терапия, нежели но в ортодонтическом моменте, но она более природная. Более того, что в ортотерапии если э, ортодонтия видна по зубам, то ортотропия видна именно на лицо. Правильно абсолютно сказали. Потому что меняются черты лица. меняются, то есть почему? Потому что действительно верхняя челюсть все становится на свои места, все становится на свои места, и э, человек видит э, то лицо, которое создало, э, так сказать, да, то есть. Бог, должно быть идеально, призна, да, э, в принципе, в Бог, да, то есть с помощью мамы и папы. Вот как так. Хорошо, давайте об ортотропии. Ну, ортодонтия, она визуализируется сразу. Человек идет в брекетах, да? Вот, ну, или да. в пластинке, к примеру, если нет показаний на брекеты. Mm. Вот, то ортотропия, каков там непосредственно метод воздействия на челюсти, на кости черепа? Есть э, два э, способа решения вопроса. Это классический по тому самому Джону Мю. Это такие аппараты, которые очень похожи на те пластинки, которые помнят э, многие мамы, папы, бабушки, дедушки. Э, только они э, немножко конструктивно по-другому сделаны, э, с учетом того, чтобы давление шло не на зубы, а на э, верхнюю челюсть. И э, сейчас развивается очень э, перспективное направление. Это тоже такие вот как бы капы, пластинки, которые, э, с одной стороны, и разъединяют зубы, помогают... Э, челюсти э, правильно встать, э, стимулируют носовое дыхание. И э, тоже воздействие идет на э, расширение верхней челюсти. Это силиконовые такие пластины, э, которые пациенты... Они заметны? Могут, э, нет, пациент, их пациенты носят ночью, угу. только ночью. А где-то 20-40 минут... Они в них должны заниматься фитнесом, специальными упражнениями, специальной э, дыхательной гимнастикой. Вот, но это обязательно надо делать каждый день. Геннадий Геньч, очень актуальный для многих семей, особенно семей уже со стажем вопрос. Это от храпа. Да. Избавляет? Да, да. Есть даже очень, э, ну это параллельно избавляет от храпа. В ну том если числе. я так понимаю, ну, чисто логически, если это у, правильно строит дыхание. Да. Да. То избавляет от храпа? Конечно же, они правильно настраивают мышцы, вот тонус-тонус мышц, которые, в общем-то, от которых зависит э, тот самый храп. Вот. Единственное, так сказать, да, то есть здесь надо понимать, что э, эти аппараты работают, ну, я имею в виду эти силиконовые капы, да, они работают только тогда, когда вы просыпаетесь в них. Потому что, как правило, мы рефлекторно... Многие просто выплюгивают. Ночью. А как на ночь или что? Иногда бывают и такие моменты, да, действительно подклеивают. Генезия, вы понимаете вообще, сколько сил вы можете спасти? Я не понимаю, я знаю. Хорошо. И вот наша программа, она тоже имеет определенное ограничение по времени. Вопросы такие вот в самом финале. По возрасту ограничения в ортотропии есть или нет? Нет. По возрасту самый... Я по опыту наших французских коллег самый пожилой пациент это бабушка 95 лет. В 95 лет Кроме тоже можно воздействовать на кости абсолютно черепа. Можно. Более того, что здесь есть еще э, очень немаловажный фактор в, относительно э, ортодонтии, да, то есть вернее, ортотропии относительно ортодонтии. тем, что если ортодонтия э, может, э, ну то есть э, ее используют после смены всех зубов как правило. Да, да, брекеты, конечно. Ну, когда брекеты, да, да, пластинки да. можно можно когда угодно, а брекеты после смены всех зубов вот, то здесь самый молодой пациент это три года. То, то есть имеется в виду, когда есть уже какое-то определенное осознание, когда человек уже может. Более того, что дети, они очень быстро интуитивно привыкают, привыкают, и привыкают. да. И абсолютно то есть в игре они сами, так сказать, они вот видят. Есть даже специальная методика, да, то есть как приучить ребенка вот к этому моменту. Просто когда ребенок играет, ортодонт или мама, так сказать, просто кидает ему эту капу, они интуитивно знают, зачем это надо, они просто и сразу правильно ее кладут в рот. Это для них как соска, понимаете? Да, но это полезная соска, это та, которая формирует правильно. Так сказать, да, то есть можно отучать от соски и сразу да. подсаживать на капу? Да. И пока да. замуж не выйдет или не женится, если, может, если с есть проблемы, ходить. а если нет проблем, зачем что то куда-то куда, куда кого-то подсаживать? Э, Геннадий э, и э, подведем итог сегодняшней нашей беседы. На, на мой взгляд, она была достаточно такая содержательная вот и много нового мы узнали, но ну, во всяком случае я точно, то, что не обязательно носить брекеты, есть альтернативные, более щадящие методы в любом возрасте. Вот, и это снимает не только проблему неправильное расположение зубов в ряду, но и проблему дыхания. Прежде всего, это систематизирует всю всю эту э, скажем, область носоглотки в нормальное функциональное правильно, функциональное положение. Правиль... То есть это так называемое патогноматическое лечение, то есть направленное на причину. И оно очень эффективно. При этом не надо носить никаких там, ретейнеров, там, просто как бы возвращая системе ее природную, природную форму, да, то есть как, когда шарик выровнен, да, то есть он его трудно поломать, да, то есть, а если шарик-то теннисный уже -то смятый, вмятиной, да, то есть да. ты, ты его дотронулся, и он продолжает деформироваться. То же самое здесь, когда мы выравниваем эту систему, она очень стабильная, прочная и естественно красивая, естественно Возвращаем красивая, ее да. в природное состояние. Да. Спасибо большое, Геннадий Евгеньевич, ну, действительно, спасибо, спасибо. Всегда рад. Полезная информация. Гадаю, що було цікаво не лише мені, якщо ви додивилися програму до самого фіналу. І це була програма Авторитетна думка, в якій гості нашої програми дають цінні практичні поради. Хай вам щастить у вашому особистому житті, у бізнесі, і хай ваше здоров'я буде красивим і а вже ж міцним. До побачення. Хай вам щастить.